Здорово, шофера! Пришло время разбавить дальнобой на автобусный контент такой интересной игрой, как City Car Driving. Сегодня у нас будет вот такая вот Audi 80B3, получается 1.8S. Моделька выполнена достаточно качественно. Ну, насчет внешки, конечно, не сказать, что прям супер. Если присмотреться, то видно, что кузов имеет некие вмятины. Но это как бы реализм, потому что Audi 80 в наше время будет выглядеть примерно вот так вот, как вот, если вот вы видите, да, к сожалению, мышку здесь я не могу подрубить. Это что касается внешки. Даже вот на крыше видно, что да, какие-то вот там квадраты, полигоны. Это все фигня. Самое главное, что нас интересует, кстати, внизу нижний. Вот если присмотритесь под фарами и под решеткой. А нет, есть, она просто так бликует сильно. Ладно. Колпаки такие, ну, конечно, не знаю, слишком белые, как будто на них нет текстуры. Снежки это все, давайте перейдем в салон. Ну, вот что касается салона, здесь просто все огонь. Здесь это вот прям настоящий салон Audi 80, то бишь пожилой бочки. Выполнено, конечно, шикарно. Для этой игры в самый раз, в самый раз. Что ж, давайте ее запустим. Ах, красненькая подсветочка Audi. Ну и как бы по плану действий, пока греется машинка, по плану действий. Чем здесь заняться? Заняться здесь нечем. Можно таксовать, можно перевозить грузы и, соответственно, можно сдавать на права, так как эта игра задумывалась как симулятор виртуальной сдачи на права, в общем говоря. Я эту игрушку знаю давно, называлась она раньше 3D-инструктор еще. Ну и как бы, кроме как просто кататься по небольшому городку, конечно, карты здесь есть разные, потихонечку контент добавляется. Я, правда, давненько в нее не играл. Ну, давайте, наверное, стартанем. Так, ручник я вроде как снял. Пристегиваемся. Так, это аварийка. Давайте, наверное, доедем до магазина, и оттуда мы попробуем потаксовать на этой Audi. Мы зарегистрированы в Рубере. Я играю, естественно, на руле, с трекером, с механической коробкой передач. Ну, машинка бежит достаточно, как бы, неплохо. В принципе, по тех характеристикам, ну, я не спец, но похоже. Вполне похоже. Надо зеркало отрегулировать еще, ну ладно, это не суть, в принципе, в него и так все видно. Так, ага, мне здесь... Да, мне надо было там заехать. Ну ладно, через сплошную не поедем. А дальше там, по-моему, вообще одностороннее движение. Я в карте City Car вообще плохо шарю. Давай попробуем здесь свернуть. Ух ты! Да, привычки управлять фурой все-таки уже не отнять. Все-таки руль здесь немножечко по-другому себя чувствует. Да, мы здесь налево не сможем повернуть. Ну ладно. Сейчас мы найдем парковочку какую-нибудь где-нибудь. Ну, в принципе, здесь можно с левой полосы поворачивать. Не знаю, на сколько минут это видео выйдет. И вон на ту парковку, да, не заехать, чтобы нам активировать. Ну давай на ходу активируем. Какая к черту разница, а? Ведь можно управлять машиной. А, вот, можно через буковку F, и тогда мышка появится, я вам смогу указать на что-нибудь, да? Нормально. Давайте Рубер у нас... А, в обеих районах. Ждите, пока вам поступит заказ. Я, честно вам сказать, в этой игре не таксовал никогда. Нажимаем Enter. На желтый пролетаем. Блин, здесь не свернуть. Ладно, сейчас, короче, перестроимся. Я ездок-то, пацаны, еще тот, короче говоря. А в этой игре нет, да нет, все равно ты в аварии попадаешь, потому что не ощущаешь ответственности, как в реале ездить за рулем.
все равно где-то притапливаешь. Но это Audi особо тебе не даст гонять. Ни хрена себе, дядя, ты как танк развернулся. Ну, это нормально. Хотя бы парочку пассажиров отвезем. Так, чисто. Ага, заглох, понятно. Здесь у меня тоже иногда передача не снимается. Но здесь уже, блин, я не знаю, как это поправлять. Так, на второй, ладно, на красный стоим. Кстати, магнитолы здесь нету. Да, реально... Мафана здесь нет. Блин, к сожалению, не приблизить и ничего. Это вообще не Евротрак далеко. Чё, кто-то мне сигналит. Но, блин, вот, честно говоря, тот контент, который добавляется в игру, чё-то... Почему я высоко так стал сидеть? Я же не настраивал. А вот, все правильно. Просто надо центровать трекер. Вот, да блин, как концентроваться теперь? Ребят, сори, но у кого трекер, тот меня поймет. Через сплошную немножко. Да что ж такое, я не понимаю. Что случилось? Так, подожди, сейчас мы... Нет, не центрует, блин. А, все, понял, надо сделать вот так вот и будет нормально. Да, я немножечко не привык еще к этой игрушке. В целом, как бы, я ее купил в Стиме, и купил я ее в Стиме только из-за того, что здесь есть воркшоп. И вот как бы... Блин, да что ж такое? Прямо у меня вообще... Вот, кстати, пацаны, кто играет на руле, на G-шке, на G27, G25, 29, подскажите, посоветуйте настройки. Может, кто шарит, вдруг кто это видео посмотрит. Так. Че, я заглох, да? Может, кто шарит, подкиньте ваши настройки. А, я не туда поехал. Бля. Не, ну а что тут вообще хер поймешь на этих кольцах, блин? Сейчас мы двором пролетим. Не, не пролетим. Сейчас развернемся, короче говоря. Сейчас смотри, показываю, как разворачиваться по-московски. Ух, у меня кресло уехало. Не, ну я нормальный вообще, да, морда вылезла сразу, бэха вроде пропускает. Чё-то как-то она разгоняется неуверенно. Ну да, это Audi, все-таки она уже пожилая. Ага, вот наш пассажир стоит. Так, сейчас надо к нему еще подъехать как-то аккуратно. Потому что они не садятся. Сел вроде, да? Ничего себе, ты, блин, пацан бледного поймал, короче. Какое резкое ускорение. Я вообще тронулся мягонько, плавненько. Просто экзамен сдал сразу. Не, ну ты вообще, дядя, что ли, дурак? Резкая езда, медленная, это резкая... Резкий старт, медленная езда. Ты чё хочешь вообще, дядя? Я реально таксую вообще первый раз в жизни в этой игре. Я типа, ну, пробовал там чисто так, тестил эту тему, когда она вышла. Какое резкое торможение, я вообще педальку только чуть-чуть нажимаю. Не, ну ты дятел, нет? Ты чё выйдешь вообще? Ты чё в натуре? Давай там эти лайки там поставь, чтобы у меня все нормально было. Мой статус в Рубере был чётенький вообще. Я же нормальный таксер в натуре. На бочке приехал. Эти они, это, блин, не Солярис твой, ага, фольгированный.
Так что, ребята, кто как бы шарит, кто на руле играет, скиньте мне в личку группы сообщения там, или прямо на стену вообще кидайте ваши настройки. Кто как. Потому что, блин, я не могу никак руль по-человечески отстроить. У меня постоянно... Так, здесь дальше приезжаем. Какое резкое торможение, блин. Да чё, да в жопу, короче. Это все фигня, я так понимаю. Это все фигня. Здесь ты не добьешься никогда. Тем более ты в игру играешь. Кто вообще на клаве играет, там вообще жопа, наверное. Сейчас опять будет резкое торможение, блин. Ну как вот? Как вот я педальку вообще, вот я глажу. Педаль тормоза я глажу. Просто глажу ее, блин. Ему не нравится. Ну, бледного поймал. Прикалывается, что-то из падика вышел, понятно все. Еще попробуем, может быть, грузы повозить. Возьмем грузовичок какой-нибудь. Ну, не грузовичок, типа газельки. Малогабаритные перевозки повыполняем. Так вообще я в эту игру захожу, просто как бы музычку врубаю, ночь. И катаюсь, беру какого-нибудь бимера старого. Или вот типа бочки, что-то такое. Мне вот здесь прикалывают такие пожилые автомобили. Есть у меня еще парочка. Да блин, что у меня сегодня? Все красные мои, да? Да какое резкое торможение, дятел ты что ли? Мне как тормозить? Как вообще тормозить? Алло. Вот дятел, настоящий дятел, блин. Да не, я думаю, для первой серии как бы хватит того, что мы этого одного бледного отвезем, а дальше посмотрим, уже будем смотреть. Не, я не понимаю, как здесь ездить вообще, блин. Вроде когда я на бахе катался, у меня тут все было окей. Вот сейчас было реально резкое ускорение. О, смотри, смотри. Вот я тупо летаю. Сейчас на, вот лечу просто на третий нафиг. Надо посмотреть, короче, у кого-нибудь видео в Ютубе, кто вообще так стоит, посмотреть у них так же или нет, или у них все нормально там. Короче, я не знаю, может у кого-нибудь там попросить настройки руля, кто тоже на джишке летает. Потому что это реально бред какой-то, это реально какой-то бред. Ну и как бы мы подъезжаем, да, сейчас мы его сдадим его. Запаркуемся. В некоторых местах, конечно, вот темно, но тут тень, в принципе, логично. Что мне в этой игре нравится, здесь есть все времена года. Никаких модов не надо на... А где его высадить? Здесь, что ли, прям? Ну, выходи. Нет, не здесь. А где? Точка-то вроде стоит. Или я проехал? Не, ну ты, дядя, не, ну чё... Там сзади уже едут, я назад не сдам сейчас. Нарушаем, конечно, но что делать? Петух ты вонючий, блядь, на своем гелике. Чё ты остановился-то, даун? Ой, дебил, ой, дебил, натуральный дебил. Где его высаживать? Вы покинули место ДТП, ваш заказ не... Чего? Да пошли вы в жопу, выходи, дядя, отсюда.
Короче, пацаны, не таксуйте в этой игре, это полная херня все. Дичь вообще полнейшая, блин. Ждать следующего заказа. Давай, да пошли вы в сраку, блин. Завершить работу, все, я увольняюсь. Я на пожилой, блин, бочке тут, понимаешь ли, выехал потаксовать, покайфовать тупо, а меня вон опрокинули нахуй. На, в газель. Такая хрень, пацаны. Не, ну нахуй, бля. Лучше кататься просто так по кайфу. Короче, пацаны. Судите меня как хотите, мне похеру. На этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. Дизлайк, если не понравилось. Подписывайся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Всем счастливо, всем покеда.